Ребят, всем привет! В этом видео хочу с вами кое-чем поделиться, что я себе сделал. Дело пойдет о рыбалке. Кто вот такими спунциями, маленькими блесенками пользуется, знает, что вот эти вот колечки, сейчас я покажу, вот эти вот заводные колечки иногда приходится менять или крючки менять. Я последний раз на рыбалке чуть с ума не сошел, пока крючок поменял, чтобы вот это маленькое колечко открыть и туда вставить новый крючок. Я кое-что сделал и хочу с этим, ну, с вами поделиться. Вот это были простые круглогубцы. Пока они еще ровные были, я вот здесь напильником и со стороны сточил. Сделал так, как, ну, скажем, простая отвертка. Если, может, видно на камеру, видите, чуть заточено. Потом вот этим, этой зажигалкой нагрел, чтобы не обломать. Ну и плоскогубцами другими вот этими. Сейчас только это сделал. Вот так загнул и все. Зачем я это сделал? Смотрим. Вот наше колечко. Смотрите. Все. Берите крючочек. И вставляете без всяких мучений. Или ногти пихать куда-то, ничего не надо, вон все, он вставился. У меня вот еще другие такие вот медицинские есть, тоже на рыбалке ими пользуюсь, крючки достаю из рыбы, скажем, все это уже в моем рыбацком чемоданчике лежит. Ну вот, смотрите, классно, удобно, не надо мучиться и не ломать ногти или специально отращивать ногти, чтобы вот такие вот колечки открывать или на крючок и ходить, или именно на блесну. Не знаю, может, кому-то из вас это и пригодится. Все. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Пока.